В белорусской столице встреча Рождества Христова началась задолго до наступления самого праздника. Многочисленные благотворительные акции, фестиваль «Радость», рождественские чтения, богослужения в храмах позволили минчанам почувствовать наступление торжества, помолиться и поделиться радостью о родившемся Христе со страждущими братьями, среди которых и православные Украины, и православные Ближнего Востока. Подробности из Минска. Рождественские встречи и вечера с известными духовниками, творческими людьми, знакомство с представителями православных общин, обителей и приходов из разных стран мира. Насыщенную программу вплоть до сочельника минчанам предложили на рождественской выставке «Радость», главным организатором которой выступил Святой Елизаветинский монастырь Минска. Здесь жители белорусской столицы смогли поддержать своей молитвой и жертвой через подачу записок православных из горячих точек. Представитель патриаршего монастыря Святой Феклы в Сирии поблагодарил белорусов за молитвенную поддержку. Гость рассказал, что сейчас неспокойно только на севере страны. В родной Маалуле можно спать спокойно. В Дамаске и круг Дамаска уже, слава Богу, можно спать с закрытыми глазами, а до этого нет. Люди плакали, сколько слез. 8 лет. В каждый дом у нас один или два нету. 186 монастырей и храм, которые разрушены. Если в Сирии жизнь православных входит в норму, чадо Украинской православной церкви переживают непростое время. Особенно тревожная ситуация складывается вокруг монастырей. Там, конечно, служба СБУ интересуется монастырем, и уже как бы там заведены какие-то уголовные дела. Процесс идет по нарастающей, но пока вот мы еще молимся, нас еще из храма не выгоняют, слава Богу. Но мы готовы ко всему. Поддержка, тем более молитвенная, сейчас для нас это очень важно. Ежедневно на рождественской выставке «Радость» минчане могли принять участие в молебнах перед образом Успения Божией Матери с частицами мощей Киево-Печерских святых о даровании мира и покоя всем православным Украины, верным канонической церкви. Жители белорусской столицы могли поучаствовать и в благотворительном проекте «Чудо для ближнего». Многие минчане в эти дни перед Рождеством и новогодними торжествами с удовольствием помогли поверить в чудо сотням и тысячам ребятишек в домах-интернатах и другим нуждающимся в тепле общения. Принесли свои дары, как некогда с дарами к Богомладенцу Христу пришли волхвы. И как в далекую ночь Рождества Христова волхвы и пастухи, следуя за звездой, пришли к Вифлеемским яслям поклониться Богомладенцу, так и ныне верующие идут в рождественскую ночь в храмы, следуя зову сердца. Мы пришли, как пастухи, воздать славу, хвалу и благодарение Богу. И как они получили особую радость, так и каждый из нас, кто приходит в храм Божий, а в этот праздничный день особо Господь не спосылает свою божественную благодать всем верующим в Него людям. И мне сегодня хочется пожелать всем не оскудевающих благодатной радости, твердой веры, упования на Бога, потому что наша жизнь верующих людей приобретает новую ценность, которая имеет неприходящее значение. Уже после первой рождественской литургии верующие поздравили друг друга и всех православных. Рождество Христово, ангел прилетел. Все люди, ликуйте все день, торжествуйте в день Христового Рождества. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Минск, Беларусь.